Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем играть Path of Exile. Ох ты, 40-й уровень я уже. Страшно, самому уже страшно становится. Уровень-то уже не детский. Уже не детский уровень у нас. Так, и чё... Собственно говоря, что я собирался тут делать? Это что? Площадь претендентов. Площадь претендентов и что? Ваш зверинец, площадь, ваше убежище. Ну, и чё, что мое убежище? Чё я теперь должен с этим сделать, что это мое убежище? Так, у меня есть акт 4, и мне надо добраться вот до сюда, да? Ну ладно, давай. Акведук, и мы сейчас доберемся до вот этой возвышенной горы. Ой, блин. А что здесь столько кораблей разломанных? Раздолбленных. Раздолбленных, разломанных корабликов. Булава червя. Ну это фигня какая-то. Зараженный гриф. Долби, долбите их. Победили. Победили. Семнадцать к интеллекту, максимум энергии щита. 16 к интеллекту. Сопротивлению огню, сопротивлению и энергия щита, да? Так, 2 из 3. Не, ну я тебя однозначно возьму, заменю вот сюда. И энергия щита. Мне нужен щит. Мне нужен щит. А это чё? Это альтернативный путь, что ли, здесь был, да? Тут прям до хера-хера куда можно сходить? Я думал, мы тут по-быстрому просто оп-оп-оп шуриком пробежимся. А тут, оказывается, еще и до хера куда можно сходить.
Опа, это обвал. Туда уже нельзя. Туды нельзя. Ну ладно. Раз мы тут никого не нашли. А там обрыв. Туда нельзя. Мы пойдем вперед. Туда, куда можно. Или мы думаем, что можно, да? Смертельный ветряк. Стой, а вам чё? Сюда. Нельзя? Можно сюда. И чё ты? Кто тут орёт так? Блядь. На того мы бабахнули уровень себе. Ах ты ж, ёп ты ж, я ж все хотел, или я тебе, или я ее это, или я ее взял, это не помню, шпагу. Нет, я ту шпагу то не взял, которую хотел. Я там и не продал то, что хотел. Сразу что-то я так бодро щеманул. Ну подожди, давай. Давай всех уничтожим, конечно. Что это за херня-то? Непорядок, негоже тут кого-то в живых оставлять. Ну хотя хуй знает, насколько они живые, по-моему. Все уже тут дохлые. Вот оно чё, как мы их махом. Ух ты, блядь. Топорище-то какой. И... 738. Боже, это чё я подобрал? Оскаленный. Ты-то мне точно не нужен. Ты-то мне точно не нужен. Все, здесь тоже. Здесь тоже некуда податься. Кольцо с бриллиантом. В каждой онлайн игре какой-то вечно в чате срач идет. Постоянно кто-то что-то там, блядь, выясняет. Оу-оу-оу-оу-оу. Подруга. Что ж ты тут? Решила-то на меня напасть. Я от страху лук схватил от страху зачем-то.
Не ожидал я, не ожидал, что ты на меня прям так нападешь с небес. Как коршун с небес на меня прям напало. Какие-то латы прям. О. Я это. Еще что-то. Фиолетовые. Это из этих, наверное, были, да? Из... Как они там? Видение или предсказание? Да? А, пророчество, ё-моё. Вспомнил. Пророчество называется. Это, наверное, из пророчеств были. Но, давай, давай, подходите сейчас, я вас всех тут. В капусту вас всех. 1900 уже херачит эта штука, ничего себе. Зашибись, усилилась. Чё? Македы. Македы-покеды. Записка. Трибун Викентий. Тайна истинного происхождения камней кроется в македах. Избавьтесь от маракетов, этих мелких паразитов, и охраняйте вход в шахты макет. Не подведите меня, Викентий. Вы же знаете, как стимулирует людей мое огорчение. Вера. У-ху-ху, Вера. Вера, ты уже мертва. Ты уже мертва, поэтому нечего там бубнить. Кому-то угрожать. Ты не смогла мне противостоять. Доска объявлений. Подготовка к бою. Кира. Мы открыли тебе врата по двум причинам. Из-за владыки и веры. Эта пара стала нашими врагами. Твоими стараниями они мертвы. Теперь Аюн считает, что есть и третья причина. Зверь — это наш враг. Может быть, ты убьешь его? Да без Б. Гордость — древний грех человека. Маракеты выкапывают эту болезнь из своих мальчишек. А, выколачивают. И знаешь почему? Без присмотра гордость становится гордыней. Но где есть болезнь, есть лекарство. Оно называется смирение. Оно называется смирение. Хорошо. Хорошо. Так, мы сейчас это вот сюда закинем. Тебя сюда закинем. А тебя сейчас мы будем... А мы сейчас будем вас продавать. Долго. Муторно. И... Так, надо по максимуму сразу затариваться. Купите, пожалуйста, у меня вот это вот барахло, если вас не затруднит, барышня. Да. You will be remember. Remember. Так, ты, капец, сколько тут сейчас
Продавать-то тебе, блин, прям. Не, ну ладно. Чё? Раз нафармили, надо продать это все. Запастись ресурсами. Так, а я точно вот эту шпагу хотел или нет? У меня же там какая-то шпага была, да? Прикольная. А я вот и не помню, какая. Это или где-то... Или я сюда... А! Я тебя хотел одеть. Я хотел одеть тебя. Так, сейчас мы все поопознаем. А, не, мы сейчас сделаем вот как. Мы сейчас проведем эксперимент. Влияет ли шмотки на количество распознания, то есть на количество, сколько их там это. Дропа. Вот. Это вот все нераспознанные шмотки. Так, отмена. Yes. А, не, подожди, стой. А, ну давай мы сейчас тебя... То есть, выгодно ли шмотки распознавать? Вопрос, например, да, то есть, а выгодно ли их распознавать? Продать. Ну, вроде бы выгодно, да? Два и девять. Ну, не намного, конечно, выгоднее получается. Ну, блядь, а тебя что я не продал? И тебя. Что я, блядь, вас буду? По пять раз одно и то же делать. Поторговать с тобой хочу. Ё-моё, да сколько там еще у меня добра-то, блядь, навыбивал. А, это все? Чудесно. И они идет, да?
О, нет, о, нет, о, нет. Так, ладно. Продаем остатки. Маленечко под... Прибарахлились. И теперь... Так, что мы хотели с тобой сделать? Мы... От 28 до 80 ты, да? У тебя... Мне надо зеленое и красное. Изменяет цвет тебя, да? Так, теперь мне надо еще взять... случайно... Нет, нет. Изменять число гнезд? Нет. Связь между гвездами. Давай пробовать. Зеленый. Два зеленых и синий. Но нет, мне надо... Красный-зеленый есть. Хорошо. О! Идеально. И что? А чё, подожди, чё у меня? Интеллект опять не... Да ёб твою ж мать. 56 интеллекта, а у меня сколько? 52. Съебали вы сейчас. Сейчас я вкачаю интеллект, отъебитесь от меня. Интеллект. Все. Все, чудесно. Вкачал я интеллект. Довольны? Чтоб мне мозги больше не трахали с этим интеллектом. А у тебя что? 66 интеллекта надо. Да вы охерели, что ли, блядь? А я сколько вкачал? 62. Еще 4 интеллекта не хватает, да? Ну зашибись, блин. Так, ладно, тайник. К интеллекту. Мне надо просто сейчас сгонять до своего убежища. До своего убежища сгонять. Качать на верстаке интеллект. Интеллект на вот это оружие, да? Если я смогу, конечно, вкачать интеллект. А она не дает. Так, мне надо все равно... Так, а с колечком могу я?
Как это нельзя больше добавить? То есть я удалил. Обалдеть. Мало того, что я удалил, так я еще и лоханулся, да? Тоже нельзя так. О, блядь, к интеллекту. Все, теперь хватит. Как это, блядь? А, ну то есть, чтобы мне эту хуйню-мыню одеть. Ну мы тогда природу наебем. Вот так вот. Все. Да. Сосямба. Сосямба называется. Так, и что мы теперь можем? Теперь мне надо... Так, ты... Усиливает... У меня так ближнего боя. Окружается аурой. Так, мне два зеленых камня надо и один... А, один красный, подожди. Усиливает умение атак ближнего боя. Еще 900. Так, герой совершает атаку оружия, накладывая заряд отрицательного эффекта на основную цель. Так, и чё? Выбрать убежище. Ну-ка давай. А ты его обставила или нет? А, ну тут только тайник есть, да, и все. Охеренно. А чё ты его не обставляешь-то, слышь? Лена. Ну, гритингс и чё? Ты убежище чё не... Ты чё убежище-то не обставляешь, я тебя спрашиваю? Я что здесь должен? Бомжевать или чё? Прикольно, блядь, устроилось. То есть у меня что, только в том убежище может быть что-то обставленное или что? Что тебе... Так, навали. Изгнанник. Многие великие дела зарождаются у подножия гор. Порой они были ужасны. Дорога полна перепутий. Эхо твоих деяний толкает тебя в разные стороны. Знаешь ли ты, куда тебя несет? Хочешь ли ты это знать? Конечно, конечно. Давай. Стоять, не убегай. А у меня монет, что ли, нету, или чё? Опа, а здесь показывает, что как... А, вот верстак есть, смотри-ка. Вот он. То есть здесь есть верстак, хорошо.
Бля, мне надо уже пояс менять. Мне надо уже менять пояс. Я думал, тут без верстака, а я сижу. А нет, с верстаком. Все, отсюда мы уходим. Акт 4. Македы. В македы-покеды. Покеды-македы. Ну, тут у вас сейчас задание для меня будет. Мульон и маленькая тележка, да? Тасуни. Меня зовут Тасуни, толкователь потерянных снов. Я всматриваюсь в темноту, слышу шепот черных душ и чувствую трепет сердец. И если ты ищешь просветление, найди себе факел. Если хочешь понять кошмар, я могу тебе нащупать путь сквозь мрак. Дуэлянт, сотни раз ты истекал кровью и ходил по краю могилы. Зачем? Ради драгоценной славы? Но куда тебя придет этот путь? На край света? В его последние дни? Славься, идущий на смерть. Обменять гадальные карты. И чё? Ну? Подожди, ну... Мне просто интересно, ну я гадальные карты вообще на чём могу обменять-то? Так, вот я тайник тут нашел. Вот, у меня есть гадальные карты. 5 сфер осквернено. На что я могу вас менять? И могу ли я менять? Вот вопрос в чем. Ну, то есть... Ну, например, вот так. Каждую ночь солнце... А, подожди, мне надо собрать все? Мне надо все собрать, чтобы я смог обменять, да? Эй, верни мою карту, гад. Карту верни, скотина. Very good, блядь, нихуя ты very good, блин. Ничего мне там не дал взамен такой. О, very good. Думал я это. Ему оставлю карты. Вот скотина какая. Хитрожопая, блин. Пиратус и Валя. И Ваня. Пиратус, я застал твои бои в Теополисе. Ты был хорош. Но то, что ты учил Сарни, было... Валя, ужасно, не пойми меня превратно. Вера и ее шайка это заслужили, но здесь подобных не встретишь. Маракеты хорошие люди. Пиратус, Ваня, он это знает. Пиратус, я очень на это надеюсь. Что купить у вас можно, молодые люди? Чем торгуем? Только этим? Ну ладно. О, какие. У Вали-Вали-то какие. Вали-Вали. Тролли-Вали. Печать Дашкет. Вижу дождик, замыл червяков. Не вздумай считать меня легкой мишенью. Я давненько знаюсь с изгнанником и понимаю, с какой стороны у кинжала острие. Я с радостью пырну тебя, если думаешь выкинуть что-нибудь серьезно. Я тут устроил небольшие раскопки. Как сказать? Занялся дельцем, которым очень пригодились бы ребята с твоими талантами. Не переживай, тебе не придется искать породу. Нет, нет. Зачем дробить камни, если можно дробить черепа? Я все нашел, поглазеть на заметку. И тут какая-то проклятая здоровая стена. Угу. И чё? Это Ника. Нико. Госпожа Диала, ты здесь. Не таракан. Пора забраться внутрь золотого кошмара. Пролезть по его кишкам и выгрызть гнилое сердце. Нам поможет Аюн. Иди обнюхайся с матриархом Мат-Ракета. Немедля и узнай все, что тебе надо знать. Под горой лежит грязная жирная темнота. Она сочится нетерпением и ждет тебя. Ой, спасибо. К нашим вратам тебя ведет путь крови славы. Он открыт нам маракетами, хоть мы и сражались за племя нашего Арахара. Ты сражаешь за себя, думаешь только о себе. В этом твоя сила. Любовь порождает страх, но тебе эта слабость неведома. Поэтому ты убьешь зверя внутри горы. Так сказала мне госпожа Диала. Дуэлян, она так в тебя верит. Но вот вопрос. Могут ли маракеты разделить ее веру? Схема Дашред запечатала шахты и заперла кошмар в черном логове. Не стоило сажать зверя в клетку. Его надо было убить, но яростной Дашред не хватило на этого духа. И теперь, после 2 столетий, когда мы присматривали за дырой в земле,
Этой Ахара не достает силы, но ты не Дашрет. Ты не из нашего народа и сделаешь то, что не удалось нам. Знамя Дешрет разрушит печать и откроет шахту. Оно было потеряно, когда схему убил крупный император Вол. Отыщи лестницу к юго-западу отсюда и спустись к высохшему озеру. Ты легко найдешь хрупкого императора, унюхаешь раньше, чем увидишь. Верни знамя Дешрет домой и отправься в темноту, когда этого пожелаешь. Окей. Хорошо, как скажешь. Сюда все, не пройти. Так, отыщите вход в гору. Вход в гору отыскать. Отыщите Дешрет. Ну, пошли. Дешрет этот искать. Будь он не ладен. Дришрет. Ну, я так понимаю, это сюда, да? Высохшее озеро. Пойдем. Пойдем к высохшему озеру. Посохнем вместе. О. Чё? Какое печальное место. Да не говори вообще, блядь. Грусть-тоска одолевает прям сразу. Куда, блин, деваться-то? Нельзя вкачать, а тебя можно, да? Хорошо. Хорошо, что хоть что-то можно вкачать. Look me up, I'm not Maretta. О! Пророчество. Какое пророчество было завершено? Что я сделал? А где? А вы что тут прячетесь, ребята? Я вас ищу, тут хожу, а вы тут прячетесь. Непорядок. Непорядок, вообще непорядок. Негоже тут прятаться. Когда вас там ищут, ходят. Все, все погибли. Не густо я тут поднафармил, если честно. Но это уже было там, типа, герой совершает круговую атаку. Кругом. У меня, кстати, есть она вон. А, это кто? Р двойной. Это у меня. А подожди, а что про... Герой дважды быстро атакует оружием. Р. А что за тело у меня? Что за мужик-то у меня вышел тут? Ну-ка. У меня есть какой-то этот. Слышь, а чё ты исчезаешь-то, ёптать? Куда-то это все щемишься, шкеришься. А? Не охренел ли ты, товарищ? Пора это
поясом прибарахлиться. Интеллекта 80. Там пробежался, всех отпиздил. Бронзовые ботинки. Так, а у меня 101 на них. 27 к ловкости. Максимум здоровья. Скорость передвижения, да? Это ты? Тебя убить надо, мудак. Ваз, тебя, да, значит? О, я только что сказал тебе большую услугу. Ну, наверное, не знаю. Так, малый меч. Херня, широкий меч. Херня. Лесной лук. Это двуручный. Облачение вора. Прикольно звучит. Гигантский флакон жизни. Полная. Обруч. Так. Скорость атаки. А обруч аборигена. Это на что? Нет, тогда нет. Тогда нет. Я обещал беречь эту империю, не смыкая глаз. Я лгал своим людям, лгал себе. Ослепнув от жажды очищения, я доверил самому скверному из людей. Я видел, как умирает мой легион, как плоть людей сползает со скалеченных костей. Мои воины пали и вновь поднялись. Смертный удел сменился вечным проклятием. Я чувствую, как она подбирается ко мне, как жжет изнутри. Порча. Империя чистоты, я подвел тебя. Я не прошу прощения, но умоляю, переживи меня, Вол. Переживет. Переживет. Не переживай, она переживет. Все, я вроде снова имбачела. Я их снова имбую тут, шарахаю. Шатаю, как трубы. Я твоя труба шатал, да? Опа. Но. Куда, ебать, лезете, мудаки? Мудаки. Угу. 870 набрали.
Что такое? Больше модификаторов огня, нет модификаторов холода. Опаленное ископаемое. Карта. Сколько ты стоишь? 640. Но тебя надо будет однозначно брать. Тебя надо будет брать однозначно, потому что... Где я потом тебя еще найду? Отлично, набили. Так, обруч — это шапка. Эликсир до эдра, вместительный флакон маны. Катализатор. Еще одна карта. Обруч. Ну, давай тогда еще одну карту возьмем. А что? Почему бы и нет, да? Гуляй, короче, облачение вора. Кладбищенский масол. Куда ты уходишь? Кто тебя отпускал? Область Македы посетите. Сейчас посчитаем. Посетим. Закатный клинок. Хорошая штука, да, наверное?
Ну ёптать, опять ты это... Чё ты всякую хуйню подбираешь? Зачем? Всякое говнище подбираешь, блин. Сто тридцать один урон в секунду. Какой слабый. Не, ну так-то ты нормально тоже. 1300 дамага. Это хорошая, в принципе, цифра. Еще 300. Матерчатый пояс. Ну, это херня. Да? Все, мы все области исследовали. Возвращаемся в Македы. Так, а кому мне тут надо? Так, во-первых, что я тут наподбирал, а во-вторых, зачем, да? Да продать кое-что тебе хочу. Я тут понаподбирал всякого говна. Теперь вот хочу продать. Купишь по дешевке? Ну все, хорошо. Я так и думал. Я так и думал. Не хотел только тебя беспокоить. По пустякам. Так, и что? Тут кто-то еще есть с кем-то? А, используйте на печати и откройте вход в шахты. Вот, что мне надо. Вот, что надо сделать. Ну, давай. Сью он о награде. Ты видишь? Большие лезвия то выскочат, то спрячутся. Сейчас туда вроде можно пройти. Говорят, раньше я... тут была целая пропасть. Вольт токсического сульфита. Я как раз собирался чутка пошарить внизу, только вот... Сдается мне, что там кто-то шаркает, а я больше герой-любовник, чем ретивый вояк. Знаешь, если ты все равно туда полезешь, может, окажешь там обоим услугу? Понимаешь, я занимаюсь добычей полезных ископаемых. Даже в лучшие времена рыться в шахтах опасно, а без хорошего источника света это и вообще самоубийство. Свет у меня есть, но просто так он не горит. Светильники работают на вольтовском сульфите. Дрянная эта штука, воняет как десяток яиц под летним солнышком на спине гнилой китовой туши. Мало того, он всегда готов взорваться, будто верховный жрец в неудачный денек и еще от страшного ядовит. Как спустится, доверься нос и найдешь вольтаксовый сульфит. Его где хочешь можно унюхать. Пока-пока. Очищение — наша надежда, наше отчаянное желание. Оно сварит из кошмара уху, приготовит большую вкусную рыбу в ее собственном соку. Не таракан, слушая во все уши, очищение было самым чудным творением Малахая. Лишь оно было столь горячо, что могло выжить зверя из бытия.
Что его питало? Царица Каменитов, чья плоть и кровь слилась с самоцветом. Но я думала только о себе и не хотела сгореть, и вместо пламени машины исторгла искру. Вы назвали ее катаклизмом. Малаха, любовь моя, прости меня. Беги, не таракан, найди машину очищения и утопи мою печаль. Врата открыты, тьма зовет. Доброй тебе охоты, разрушитель чар. О, что-то дает. Герой вызывает голема хаоса, который Нет, герой вызывает ледяного голема, который увеличивает шанс критического удара. Нет. Герой вызывает пламенного голема, который увеличивает урон, пока активен. Призывает каменного голема. Да, блять, а можно что-нибудь не призывать, а усиливать? Красное есть какое-нибудь гнездо? Нет, мне зеленое что-то надо. Ну, мы с тобой давай возьмем на всякий случай. Все. Голем. Похеру там, куда ты его будешь призывать? Можешь, пусть качается. Так, а тут что такое? А, таксун. Что ты хочешь сказать? Таскун. А, тасуня. Врата открыты, теперь я слышу голос. Так же хорошо, словно она сидит возле меня. Слова мертвой женщины поднимаются с глубин макет. Ее дух в плену. Но тени порабощен. Ее пытают, они могут словить. Ах. Мертвую женщину зовут Дешрет. Нашей красной схеме давно пора вернуться в песни. В пески родных востили. Освободи ее, я вознагражу тебя по мере своих сил. Ты вознаградишь меня по мере своих сил. Ну хорошо. Конечно же, я тогда ее освобожу. Так, а ты что, у тебя есть какие-то пророчества? Так я... Лиса. Кошачьи. А, я это я кого поймал, да? Рецепты. Пойманные животные. Немного мы поймали, да? Немного мы-то поймали, немного. Ну, пошли в шахты, уровень первый. Сейчас там сульфит какой-то будем искать. Воняющий, как, короче, да, там. Десяток яиц в солнечный день на туши гнилого кашалота там, да, или кита. Я потрясающий парень, но в шахтах сотрясений не люблю. Типа я люблю тут. Развалили всех. Но
эта фигня, это 29 к интеллекту. Эй. Чё хулиганим? Ого, сколько у вас тут утырков. Стоять, стоять, отбегаем, отбегаем, блядь. Да уходим, ёптать. Отходим, отходим, бляха-муха. Все, пророчество завершено. Мы кого-то отметелили, что ли? Что пророчество завершилось. Элегантный меч. Мертвые крепыши какие-то. Великий флакон жизни нет. Церемониально нет. Нет, нет. Все нет. Все нет. Так вот, свиток мудрости можно. И то... А что за хуйня? Ника, мастер глубин. О, блядь. А, самое то. У тебя на него нюх, ищи дальше, а я пока приготовлюсь. Только не трогай его, если нет предостеречь. Если не предостеречься, эта дрянь лишит тебя мозгов. Думаешь, я просто так в это вырядился? Знаешь что, давай-ка мы обшарим шахту, поговори со мной, когда соберешься в путь. Что-то я это рано переместился-то, блядь. И вопрос, куда, да, переместился? А я куда? Ваш лагерь у шахты? Подожди, я портал. А, это лагерь у шахты. Дыра дырой, скажи. Ничего не судя шахте по входу. Даже вечные вытягивали из этих из камней всякую полезную всячину. А ведь у них не было моего секретного оружия. Внутри шахтного колодца стоит мой маленький скрипучий ползун. Я сделал его из пыточной машины вечных. Так потратил ее слегка. Поправил. Он до сих пор может содрать с тебя шкуру, словно кожицу с фруктом. Правда, пока он не пытался такое учить. Теперь он выкладывает дорожку из светильников на сульфите. Предупреждаю, лучше продолжай его высматривать. Как тебе эта крупная красотуля рядом со мной? Моя радость и гордость. Она скармливает ползуну очищенный сульфит. Еще он умеет поглощать всевозможное добытое сырье и превращать его в источники света. На то и взрывчатку. Ну что, хочешь прогуляться под землю вслед за механическим шермецом до азуритовой жилы? Хочу, да, конечно. Мечтаю. Я просто мечтаю прогуляться туда до азуритовой жилы. Так, а здесь что? Тайник. Это мое убежище, да, я так понимаю? Азуритовая шахта. Не, я хочу сперва... Блин, я, наверное, зря вышел, да, отсюда. А, нет, он это. Ну отойди в сторону ты, ёптать. Убивают же тебя. Стал, стоит, блядь, как истукан.
А этот своей киркой педалит. Похуй вообще на все. Вообще похеру. Стоит клюшкой своей там этой колбасит. И чё? И чё, что тут вокруг сражаются? А ему похуй. А чё? А я ничего. Я стою, да, и чё? И чё? Ну ничего. Вот стою и стою, да. Смерть остается. Щит. Щит. Вот, а щит. Так. Связь между гнездами. Вот давай мы связь между гнездами возьмем лучше. Сундук. Эй, я сейчас тебе покидаю, ептать. Ты тут кидаешь? Да, иди сюда, блядь, смельчак. Ну, как тебе такое, на? Ирак, а тебе как? Куда, блядь? Куда сбегаем? Сейчас кто-то еще получит у меня там пилюлей. Так, подожди, стальные перчатки. Это что я там, блядь? Эй, ты, куда побежал, скотина? Ты кто, блядь? Что за хуйня? Что это было? Тридцать три сульфит. Ну. Так, это все, да, наверное, все я... А, нет, подожди, вот. Я вон в ту сторону еще не прошел, как-то пропустил почему-то. Я сюда побежал, а туда не побежал. Что за фигня-то? Ну, блядь. Что здесь? Есть что-нибудь вкусненькое? Типа сульфитовой шахты. Ну, пояс ваш. Вот свиток, свиток портала есть. Оба! Кольцо с рубином, давай. Все, спасибо. Так, кольцо с сапфиром. Золотой амулет, блестящий, нет. Лук, топор, нет. Кольцо с бриллиантом. Кольцо с двумя... Великий флакон маны. У меня же на 350 маны, ну да. Так, ременные перчатки, нет. Топор, кинжал, нет. Наряд мистика, нет. Амулет с янтарем, нет. Ты, нет. И амулет с агатом. К силе и интеллекту добавляет 19. К силе и ловкости. Ну, я бы тебя, может быть, и взял бы, да. Ну-ка, давай мы тебя возьмем, кстати. Попробуем распознать, что из тебя получится. Так, ты... Огнем, нет. 22 чисто к интеллекту добавляешь. Ты сопротивление огню добавляет от одного атаки. Ты. Хуйня моя, да? 28 сопротивление холоду. А тебя зачем? А, я тебя взял типа... Типа улучшить. Типа улучшить я тебя взял. 28 до 600, а тут до 600 типа. Ну и запашок, да, вообще воняет пиздец. Еще та вонючка, да, твой сульфит твой. Шахты уровень 2. Оба. Но я так и знал, что надо сюда вглубь тащиться. Вглубь надо
Ползти. Так, мы кое-что подкачали. А если мы подкачали, значит, надо прокачать. Так. А, у меня еще одно очко навыков есть, да? Экшели. Задолбали прятаться. Ходи вас, ищи, ёптать, потом. Куда прячешься? Потертый щит духа. Зачем ты мне нужен? Не нужен. Перчатки-то я взял, я их улучшить собираюсь. А тебя-то я не собираюсь улучшать. Так, свиток мудрости. Кольцо с бриллиантом, шелковые сапоги. Шлем, сапоги, лощеная. Так, я ж там какой-то камень поднял еще, да? Устрашающий клич. Это не то, я там что-то поднял, друг. Инфекция. А, инфекция. А мне некуда. Инфекцию вставлять некуда. Это надо что-то с синим гнездом скрафтить, чтобы было куда инфекцию вставить, но так, и еще один будет, да? Еще одно испытание. Хотя мы снова вкачали. Еще одно испытание. А что-то я здесь этого сульфита не вижу. На этом уровне, что ли, сульфита нету или что? А? Как это понимать? Так, третье испытание. Третье испытание. А сульфита нету. И нету, да? Где еще-то прячешься? А,
Вот он ты. Гад, блин. Да задолбали вы прятаться. Три. 966. Что взять можно? Так, ты что у нас? Усиливает чары или атаки, использующие луки или жезлы? Ну, это луки или жезлы, это... Это маленько не то, да? Ну, если быть точнее, вообще не то. А если быть совсем точным, нахер мне не нужно. Я луком не играю. Просто таскаю его с собой и все. Играть-то я им не играю. Это булава видений. Ты мне не нужна. Зачем? Зачем ты мне? Так. Зачем ты мне сюда? Это чё, блядь? За истребители там были. Дух Дэш Рек. А как тебя освободить? Все, все, всегда рад помочь даме в беде. Ебать, это что за увеличивающееся поле какое-то? Но какая-то херня падает. Почему вот, блядь, столько падает этих, но не на мой класс? Вот как так вообще, блядь? Нахуя мечу меткость? А? Ну я вот не понимаю, это какие-то прям... Зачем в мече меткость? Чё, блядь, нельзя какой-то, чтоб выпал этот? Нормальный там, блядь. Иди, блядь, сюда, пизденыш. Чё, блядь, ты тут прячешься? Костяной мудак. Ну. Какой-нибудь еще глубже тут будет проход? А? Мне вот интересно. Тут куда-нибудь еще глубже мы сможем забатониться. Там третий уровень или какой там шахт. А? Опять ты вертить? Здоровяк. Ты-то что все за мной по пятам ходит? Вот постоянно кто-то за мной, да, это. По пятам идет. Так, еще куда-то спуск или куда? Кристальная жила. Ну ладно. Так, а что я тут понахватал? Герой сотрясает землю. Раскол. А, ну это... Это у нас есть, да? Это есть.
Пошли. Buried under tons of rock? Not a good way to end this tale of mine. Чё сказал? Изгинул он под гнетом скал, не лучшая концовка моей истории. Кто он-то, ёптать, сгинул там? Сейчас что какой-нибудь, блядь, сгинет. Сейчас тебе какой-нибудь... Чепушило тут сейчас что вылезет. Слушай, вот постоянно кто-то... Постоянно кто-то один со спины оказывается. Это хуйня какая-то. Постоянно кто-то там со спины заходит. Так. Нихера тут насыпало, блядь. Как в казино каком-то. Волчья морда высокого качества. Ну это уклонение, ептать. Ну нахуй мне это уклонение, да? Колчан огненных стрел. Чешуйчатые перчатки. Шлем гладиатора. 174. Не, ну ты, безусловно, шикарный шлем гладиатора. Пластинчатый доспех. Мало. О! Тебя надо взять. Освещенный флакон. Элегантный меч. Плюс 268, а ты 240. Ну ты однозначно лучше. Ну, лучше в том плане, что броня у тебя лучше. Так, а ты нахер иди. Так, и что тут еще? Лук смерти. А, вот, ну, свиток мудрости. Обязательно. Лук смерти. Это мне ничего не интересно. Уб...
убежище в шахте? Ну давай. А. Так, давай я сперва их всех попереубиваю, а потом с тобой поговорю. Тебе ж, наверное, пофигу вообще, да, как? В какой последовательности у нас это все произойдет? Сперва они сдохнут, я с ними поговорю. Или сперва я поговорю с тобой, потом они сдохнут. Все, убежище открыто, да? Ну, буковые ботинки, обалдеть. Старинный посох. Что у нас тут есть? Лена, 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 Леночка. Любопытно, со смертью последнего чуда... Да, чудесно. Продолжить. Так, а ты здесь что-нибудь сделала уже, нет? А то я бы сейчас сюда бы... В этот... В тайничок что-нибудь бы да перенес. Так, стой, подожди, это вот сюда надо идти будет. Чтоб сюда идти. Тут вон сколько, видишь, всего. Я бы там поутащил бы. Куда убегаете-то? Вы куда бегаете там все? Сломя голову куда-то чешу. Хер пойми куда. А, это этот. Сумасшедший какой-то этот. Сумасшедший шахтер. Той жезл. Варисцитовый меч. Тебя, пожалуй, можно было бы заменить вот этот. Тут две зеленых... А, зеленая и красная. Связи нету, да, между тобой? Это на три связаны. Но это жезл. Пожалуй, я бы мог эту установить связь там. Связь-то можно было. Там есть же это у меня хуйня, да? Для связки. И сделать вас там связанными. Горящий человек. Оу-оу-оу-оу. Потише, потише. Налетели, налетели. Так, это все? А, нет. Тут же еще где-то испытание должно быть. Это не все. Ищем еще одно испытание. А, так это ты, ёптыть, стоять, блядь. Будет сейчас мне тут стражей хаоса всяких вызывать, скотина конченая. Деловой, блин. Полетел вызывать там всякую нечисть, блядь. Тебе кто-нибудь разрешение-то давал? Блядь, прям.
Ой, ебать, ты снова вылез. О, еще один освещенный флакон жизни. Это зашибись. Зашибись. Это уже, хорошо. Это как минимум хорошо. То есть мы можем лучше хилиться. Ебать, они упорно бегут туда и этого освобождают, гада. Визгун. Слушай, а в Диабло, по-моему, тоже эти были визгуны. По-моему, в Диабло были визгуны. Если я не ошибаюсь. Рапира. Из костей змея. Перчатки. Мощный лук. Сатиновые тапочки. Чьеб твою ж мать. 1200 надо. Один из ко всем характеристикам, плюс член к ловкости. Физического, ну, как бы, такое. Двадцать три к силе и ловкости, один ко всем характеристикам. Добавляет от 3 до 7 к максимуму. Одна мана за убийство. Ну, так себе амулет. Так, чё мы тут? Стой, подожди. А, ептать. Вот. Скрыть. Чтобы не отвлекало. Рог фавна. Что я буду с ним, с вашим рогом должен сделать? Задолбали. Рог фавна. О, здесь где-то рецептик. Рецептик я где-то тут вижу. Записная книжка Малахая. Машина упокоения поглотила энергию ярости и желания. Она наполнена жизнью и готова. Готов и я. Теперь я знаю, что был рожден положить конец старой империи и дать начало новой. Зверь открыл мне глаза. Это истина чиста и очевидна, как и необходимость принести жертву. Госпожа Диала, моя любовь, мое величайшее творение. Она должна покинуть меня, ибо такой ее удел.
Царице Каменитов нет места в новом мире. Мне придется отнять у нее все и даже больше. Я предам свою госпожу, разобью ее сердце и тем сохраню ее душу. С определенным стихиям уровнем 2. Отлично. Нормально. Уровень 2. Откопали. Подожди, надо сперва портал надо пойти заюзать. Все, мы заюзали портал, а что такое? Херня какая-то. Сон Каома. Это сон Дареса. А там что за беда? Подожди, ну поговорите с Диалой, понимаешь? Конечно, я с ней поговорю, но... Я сперва вот здесь вот сейчас посмотрю, что здесь. Ох ты же, блядь, мощный какой, да, страшный, здоровый, типа. Типа напугать меня хотел, да? Сумрачная, зловонная гнилушка, блядь. Херакс, Херакс, вот и все. Стоять, блядь. Спрятали свои молотки, нахуй. Черти поганые. Молотки свои попрятали, говорю. Долбите тут стены, блядь. Уроды. Все. Так, стоп. Камушки-то прокачать надо. А, я уже уровень апнул. Я еще уровень апнул, да, себе? Стоп, тогда подожди. Так, что я тут хотел со своим уровнем-то сделать? Тебя я прокачал, но я сюда пошел еще в ветку. В какую-то развитие. Где булава? Где? А, вот так, двухсторонка. А где-то же еще тут у меня был этот. Черт, блядь. Ух, так. А, ну. Скорее всего, вот это я прокачал уже, да? Парное оружие. Давай подумаем, куда. Обычное гнездо для самоцвета. Смотри, если я сейчас... Сила, да? А это мы... Вот так. Пошли с Диалой побазарим. Знаешь ли ты, не таракан, что прими я тогда свою участь, свою отведенную роль, и зверя бы не стало. Он бы усох, и сдох, исчез. Мое себялюбие лишь пощекотало зверя, и он со смехом съел мой прежний мир. Я долго жила одна и думала об этом. Сколько времени у меня было, чтобы гадать о том, должна ли бы что-то... Поглотите меня, царицу. Каменитов, ведь может статься, что ее страшный голод можно утолить другим блюдом, чем-нибудь вроде глазного супа. Ока ярость, ока желания, милые камни в отраве хитрого плана. Оправи. Только где их искать, как воду Канры? Но на воде остаются круги. Каом был сиятелем разрушений, сейчас он томится в плену иллюзий прямо здесь, в чертогах кошмаров. Каому ведома только ярость ее у вождя в избытке. Венценосный Дарес обречен жалеть больше, чем все остальные.
Он тоже тут лелеет свое проклятие вечного желания. Ступай, не таракан, принеси мне самоцветы. Мы скормим их в машине очищения и навсегда избавимся от докучливого зверя. Так, и чё? Куды? Суды? Тасунь о награде. Та-та, да, та-та, потом. Мы сперва в Македы. В Македы, покеды. Так, тут... Я чувствовал, видел это, ее бурное вызволение. Наша красная Сехема вольна вновь с красной землей своей родины. Дешред была воющим ветром, сочным вихром, что кусается, сбивает с ног. Наши дикие равнины, вострины, опять напитаются силой. Изгнанник, сегодня тебе есть чем гордиться. Ты искупаешь вину давнего бездействия Маракетов. Конечно, награжу тебя, как и обещал. Зашибись, блядь. Два очка сброса пассивных умений. Хорошо, прям. Чудесно, прям, блядь. Я только об этом и мечтал. Подожди, а у меня откуда? Так, ну-ка, стой. Самоцвет. Так, увеличение и уменьшение магического числа в радиусе переводятся в броню в размере 200% от их значения. Сопротивление хаосу. А как? Как тебя поместить? Дерево пассивных умений. Так, теперь бы мне теперь это дерево пассивных умений еще подкрыть. Я ж как-то его открывал. В, нет. H, G, F. Нет, Q. РТ. П, вот, П. А как тебя поместить сюда, блядь? Вот так. Ох ты. Круто. А, я и снять тебя могу, да? Ну, это хорошо. Это хорошо, что я тебя и снять могу. Так, я сейчас хочу меч. Меч. Так, меч зачаровать. А чтобы меня зачаровать, мне надо... Нет, число гнезд не надо изменять. Мне... Улучшает обычный предмет до редкого. 36,77. Физический урон добавляет 1 урон от молнии. Здоровье. И 2. 36,77.
Так, а ты что делаешь? 190 меткости, 11 к силе. Не, ну в принципе тебя можно заменить, да. Так, теперь мне надо. Нет, число гнезд не надо мне менять. Связи между гнездами. Вот, тебя надо мне. Все три, заебись. А, нет, мы же тут это сейчас стоять. А, что, все, я потратил вот эти все блестяшки, да? Я все эти блестяшки потратил. Сто 16, уклонение 25. Так, число гнезд надо изменить, да? Так, а число гнезд ты меняешь. Красное, зеленое, синее мне надо сперва. Куда, куда? Ну, блядь, зато 4. 4 красных. Не, ну я их могу по переролить прям вот так взять, например. Блять, ни одной синей, сука. Можно все 4 сразу вот так вот, да. Вот так вот. А, ну я как бы это, вернее, это пока не пользуюсь там. Типа выпускает из ладони поток огня, там, блядь, ухры-мухры. Чё это тут? Двойной удар Ваал. Двойной удар. А, ну это заменить надо будет тебя, да? И две красных я могу воткнуть еще каких-нибудь. Так, ладно. Так, ты... Двойной удар Ваал. На R так и останется.
Опустошение. Так, ты. Так, тайник. Чё, герой стрясает землю? Чё у меня тут есть помощнее? Ты. Герой совершает, нанося врагам в области тремя... Так, нет. Так, окей. Здесь мы пока что что-то... Так, что мы тут... Все, мне нужно еще два красных камня вот сюда вставить. Но мне два красных надо, которые будут усиливать. Но у меня пока таких, которые будут усиливать, нету. Хотя нахер мне столько камней вообще, честно говоря. Нахера мне столько камней? Что мне с ними делать? Что мне с ними делать? Так, и ты. Дэшред разрешилась, там ты прошла, ты суть честь не в том, удалось ли совершить поступок. Так, все, хватит. Да, блять, я уже задолбался читать ваши все эти там предсказания там. То, что там кому удалось, что кому не удалось, что свершилось, что не свершилось, что свершится. А что не свершится? Да, Иванидет, точно, точно, Иванидет. Точно, точно. Так, ты сюда, сюда и сюда, все. Пораскидались. Пораскидались, так, чё, навали опять, чё тебе надо? Ревнитель держит реликвию пиратского прошлого, захваченную и
утерянную навек. Ну, понятно. Все, тут больше никто со мной поговорить не хочет. Ни у кого больше нету этих. Ну, тогда мы и не будем с вами разговаривать. Так, что ты? Урон в секунду. Чух-чух-чух. Предлагаю на этом закончить. Продолжим с вами в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.